Йо, всем привет! Сегодня мы разберем основные фразы на французском языке в игре World of Tanks. Выписать эти фразы из аудиофайлов и сделать их литературный перевод помог Владимир Конюхов, за что ему большое спасибо. А разбирать эти фразы мы будем с Джонатаном, преподавателем французского языка. Ссылка на его профиль на сайте по изучению иностранных языков iTalki будет в описании к этому видео. Так что если вы хотите изучать французский язык серьезно, не по фразам из игры World of Tanks, а для каких-то своих целей, то вы можете это сделать с помощью Джонатана. Джонатану также огромное спасибо, помог мне понять большинство этих фраз. В общем, хороших разговоров, поехали учить французский по игре World of Tanks. On a même pas éraflé. On a même pas éraflé. On a même pas éraflé. Как переводится? Тогда даже не оцарапали. А дословно как будет вот этот он? Тогда он это мы. На même pas это даже не. Потому что по-французски есть не pas, есть два не. Так это не, нет, у на même pas. Même это даже. Тогда на и pas это нет, и même это даже. И эрафле это оцарапали. Понял. Он на même pas эрафле. Потом, on n'a même pas pénétré, et de même, c'était le blindage. Hein. On n'a pas pénétré le blindage. Тогда, on n'a pas, mais nié, hein, on n'a pas, hein, Prabil mais nié, pénétré Prabil, et blindage était Brogniou. Ok. Celui-là n'a pas percé. Celui-là n'a pas percé. Celui-là est à Togé on, on. N'a pas nié et percé пробил. А, то есть дословный перевод будет типа он снаряд не пробил броню. Да. Окей. Je le tire. Je le tire. Donc я venir стреляю. И по сути это дословный перевод и есть, да? Да, так je это я. Le est à venir et tir est à стреляю. Ils sont salement touchés. Ils sont salement touchés. Тогда поним попала как следует. Да, поним попала как следует. Да, поним попала как следует. Ils sont est à они, hein, они. Il et они est à Anigné, tlak, ils sont, anigné, tlak, ponim, hein. Salement, salement, et tak, plocha, et tak, pièce. Ударить, пострадать. Хит. Вещественно, вещественно. Non, non, salement, non. Toucher, et à пострадать. Le toucher, значит, да, tlak, toucher, couler. Toucher, et à. Ранить, tlak, пострадать. Да, ну, да, пострадать, пострадать. Et salement, salement. Salement, значит, плохо. Так, salement, это... Очень, очень, очень. Да, very, так, разня, very. Разня, да, да. Да, ils sont touchés, они, et touché, это... Пострадали. Попали, пострадали, так. Ну, здесь просто, это... здесь литературный перевод друг сделал, но да. Мне интересно еще и дословный перевод был. Так что, ну, вот как вот мы сейчас разбираем, в таком темпе как бы нормально разбираем, мне кажется, много фраз успеем. Donc, on va les voir. Il y a dommage que tu continues à tirer. On va les voir, continue à tirer. On va les voir, continue à... Non, 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 non. Ici, c'était pas KGM, c'est on va les avoir. Non, pas d'accord, il y a une petite à l'appeler. On va les avoir, continue à tirer. On va les avoir, continue à tirer. On va les voir, значит, мы их видим. Mais on va les avoir, mais их avoir, avoir, это иметь. Like, у нас их будет, значит, так, ты знаешь, мы их будем побили, on va les avoir. Мы их будем выиграть. Тогда я не знаю, если c'était, on va les voir, мы, on это мы, va, это будем, les, их, voir, это видеть, что это тут странно, почему нет, avoir, это как... ну, типа avoir. Бить, типа бить там их, побьем их. Говоришь по-английски, английский так got, gotcha. Like, ага, да-да-да.
так, to got, like avoir, to got, I got a beer, or I got him, it's like, Мы их, ну, как получили их. получили, так, так. Continue à tirer, Продолжаем стрелять, окей. Continue, продолжай, et à tirer, это стрелять, да. Oh là là, celui-là a ricoché. Celui-là a ricoché. Ricochet, c'est... Как по-русски? Ricochet, ricochet. Тогда он... Отрикошетил. Попрактикуйте русский заодно. Да, он отрикошетил, да-да-да, ricochet. Да-да. Il a... Так, celui-là, это не... Так, потому что есть... Il a... Il... Celui-là... Celui-là, значит, вообще, это как... Это один. Этот один, тот, тот, вот этот, потому, вот этот отрикошетил. Да, тогда il a rebondi. Ага. Читай, но il a rebondi. А, ну давайте здесь сначала перевод, а потом я прочитаю и расскажу, какой здесь. Тогда il a, он, и rebondi, отскочил. Ну, отрикошетил как раз, отскочил. Ну, rebondir, rebondir, c'est pas ricochet. Rebondir, c'est... rebondir, это чуть-чуть другой. Rebondir, это лучше как... подпрыгивать. Отпрыгнул, он отпрыгнул. Да. Вот, вот в игре, короче, когда попадаешь по танку и не пробиваешь, командир кричит, и мне раньше слышалось, что он кричит «Яхмуди», вот так вот как-то он кричит, а потом, когда друг разобрал, ну, что это получается «Иляхбунди», то есть... «Айляхбунди», в «ребунди» как бы «э» проглатывается, и ударение по-другому ставится. Можно уже сказать «Иляхбунди», вот так примерно? «Иляхбунди», «Иляхбунди». Нет, вот, вот именно он как-то вот так произносит очень быстро, и проглатывается. Вот как-то «Иляхбунди», примерно вот так вот. Осторожно, а по-французски ударение всегда на последний слог. Тогда, если ты хочешь по-французски с акцентом, это «Иляхбунди», «Иляхбунди». А, «Иляхбунди», «Иляхбунди». А, «Иляхбунди». «Шеф du char hors combat». Chef du char hors combat. Donc, chef est là, comment dire, du char tanka. Or est à как... Ранен, hurt. Non, 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 non. Or est à... Or, значит, что он не... Out. Так. Out, like... Et combat, да, destroy. Vibil, destroy. Le pilote est blessé, le contrôle ne répond plus. Le pilote est blessé, les contrôles ne répondent plus. Donc, le pilote, hein, est un pilote, c'est pilote, как по-русски, да? Ну, водитель, ну, механик-водитель, механик-водитель, мехвод, соответственно, сокращенно. Ok, et blessé, hein, est un, как, ранен. Истекает кровью. Да, ранен, да, blessé, да. Le contrôle, hein. Управление, le contrôle, да, contrôle, hein, управление, не, ne répond plus, donc ne est à не, répond est à отвечает, et plus est à дажение, hein, par français, ce qu'on a fait, всегда два не. Один за глагол, et один потом, после глагола. Для меня это тоже интересно, потому что я не знаю их слова по-русски. Да, я никогда не проводил танк. Я не играл. Le réservoir d'essence ennemi, я бы сказал, est touché. Mais это тоже возможно. Это возможно, что, может быть, он говорит, le réservoir d'ennemi touché, это возможно. Да. Это французский, это le réservoir d'ennemi est touché. Ну, здесь, кстати, почти в каждом языке, когда я разбирал фразы, учителя почти всегда жаловались, что неправильные фразы, но потому что они, как бы, ну, условно говоря, в бою их произносят, и они быстро их произносят, и, соответственно, где-то они допускают ошибки. Donc, réservoir d'essence ennemi touché. Réservoir d'essence ennemi touché. Donc, réservoir, тогда réservoir d'essence, это, ну, есть... Бензопак. Да, я бы, как... Fuel tank. Топливный бак, топливный бак. Да, топливный бак. Enemy это враг, да. Touché, пострадал. Ну, попали, соответственно. Враг, да, touché, да. Touché. Но touché, значит...
Да, пастадав. Окей. On l'a incendié. On a l'incendie. Non, on l'a. Ah, on a. Non. Attends, Chefka. C'est on l'a incendié. On l'a incendie. On l'a incendié. Ну, у меня все равно не получится пока что. Давайте пропустим. On l'a incendié. On est à mai. Là est à Yevo. Et incendié est à. Подожгли. Да, подожгли. Мы его подожгли. Ennemi en feu. Ennemi en feu. Donc, ennemi est à противник, non? Враг. Враг. En feu, wagon. Вагня. Il est foutu. Il est foutu. Passez au suivant. Il est foutu. А вот это как passez-vous souvent, так примерно? Non. Passez au suivant. Passez au suivant. Тогда il est foutu, значит, il on. Et il est foutu est on vernut, like on humeur. Passer au suivant, donc passer est à idiche. Passer, like, passer au suivant, на следующий. Passez au Идите suivant. То есть здесь passez не во, а о читается, да? Passez au на. Non, suivant. passer au suivant, passer au suivant. Passer est à idiche, da. Je passe mon tour, y a tout. Au suivant, na sledouche. Mais t'as que, d'avoir été sledouche ou d'être, c'est normal, non? Véhicule ennemi hors combat. Véhicule ennemi hors combat. T'as que véhicule est à quelque machine, hein? Véhicule est automobile, ennemi est à vrac. Or, moi j'ai vu que l'histoire est Out, à chromé, da ou chrome. выведено из боя. Venez, 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 venez. Da et combat, et ta boy, On les a eu. On les a eu. Da on met les et ta ir, a et ta, comment on dit, past tense, c'est Прошедшем времени. forché времени, et u et ta, like, got, как по-английски, мы Получили. got. Мы получили. Они получили свои, окей. Я бы сказал, мы их получили, мы. Может быть, они получили Ну, свои, может получается, если сказать, мы их поимели, так по-русски может грубо маленько звучать. быть. Да, окей. Тогда cible détruite. Сибель детрит. Cible это цель. Et détruite, what? Уничтожена. Destroyed, уничтожено. Уничтожена. Like destroyed, да? Уничтожена. Как в английском. Как по-английски. А вот это вот сибель или силь? Сибля. Сибле, сибле. Сибля детрит. Просто когда они говорят пистолет, это сибля детрит. Сибле детрит. Как по-французски у нас есть, это очень трудно для иностранцев, называется la liaison. Et la liaison, это что, когда есть два слова, мы их читаем вместе. La première, cible détruite, cible détruite, cible détruite. La première, tu знаешь, Nezavut, je m'appelle, je m'appelle, hein, je m'appelle Jonathan. Et par Francisco, vous dites, je m'appelle, je m'appelle. Ok, понял. Так, Ну, то есть два слова соединяются в одно, по сути. il est cuit, il est cuit, passez au suivant. Так, где это я пропустил? Это 26. Il est cuit, passez au suivant. Il est cuit, passez au suivant. Oh là, passez au suivant. Passez au suivant. Passez au suivant. Тогда, il est cuit. Это смешно, потому что это как яйца. Он приготовлен. Это что значит? Этот готов. Да, например, да. А, это готов. А, может быть, да. Так, да. Если ты хочешь, да, mais, например, мой яйца, он готов, il est cuit. Hein? Мон œuf est cuit. Hein? Et passer au suivant, d'avoir été на следующий. Moteur endommagé, on perd de la vitesse. Donc, moteur endommagé, on perd de la vitesse. Moteur endommagé, on perd de la vitesse. Donc, moteur est un moteur, hein? Endommagé est un pauvre jeune, hein? Pauvre jeune des moteurs, on perd, donc on est à mai,
и перед теряем. Мы Теряем. Мы теряем. до скорости, да? Мы теряем Да, скорости. витес, витес это скорость, соответственно. И еще получается вот это слово он дамаже, вот так произносится примерно. Endommagé, endommagé, Он endommagé. дамаже, он дамаже. Moteur endommagé, hein? Moteur, tac, détruit, hein? Détruit, t'as tout Было. détruit, hein? Donc détruit, t'as qu'à Сломан. двигатель уничтожен. Et alors, on est coincé ici, on est coincé ici. Тогда on t'aimait et être coincé, on est coincé. Et t'as qu'à mais Australie. Mais Australie, il y a Australie, la première, ici, t'es na vieux. Et tenez, moi je suis chodite et t'es ce que j'ai fait à l'oubli. Chodite, je suis coincé ici. Y'a ni tu vois ni na lift, la première. Ici t'es na lift et moi jusqu'à là. Ah, je suis coincé dans l'ascenseur. Ascenseur est un lift. Je suis coincé. Être coincé, c'est natif. Tenez, moi je suis chodite. Être coincé. Être coincé. Et t'as qu'à que. Не можем. Zastrivats. Да, Ну, tenez, moi застрять. je. Да. Тогда, рафистолет. Мотор рафистолет, allez-y. Мотор рафистоле, allez-y. Donc, рафистолет, та старый слав, да. А мотор рафистолет, так как... Репари, Ouais, репер. réparer. Oui, hein, t'es brave. Et так как... Починили мотор, двигатель. Двигатель исправлен. Да. Allez-y, это Et вперед, да? allez-y, вперед, je давай, давайте, allez-y, let's go, like, allez-y, on y va, давай, allez-y. Вперед, c'est en avant, et allez-y, c'est let's go, давайте, Ok. éteignez l'incendie, Éteignez la Sunday. éteignez l'incendie. Éteignez la Sunday. Incendie est à Agone et éteignez est à Vicloutchit. Vicloutchit est à Agone. Ну, понятно. Ну, Да. я для этого и хотел дословный перевод, чтобы дословно понять. Ну, а литературно, соответственно, потушите огонь. Да, конечно. Тогда on brille. Alors, on brille, éteignez горит. Да? Non, я думаю, что если ты хочешь знать, on brille, это мы сияем. Я не думаю, что он говорит, мы сияем. Я думаю, что он говорит, он брûле. Он брыль, ну, по-моему, через Ю, Я да? думаю, что это, да, он брûле, потому что он брûле, это мы горим. Он Для меня брыль. это, для меня, да, он Ну, брûле. по-моему, да, брыль он так и Да, произносит. Я когда по-французски начинаю брûле. говорить, я невольно начинаю R так говорить. Да. Occupez-vous de la flamme. Occupez-vous de flamme. Non, occupez-vous de la flamme. Tâchez de gâteau. Occupez-vous Occupez-vous de la flamme. de la flamme. Vous êtes à Veda et occupez-vous est à Kaka Zaboticha. Zaboticha est à s'occuper et la flamme est à. La flamme est à. Agonie. Flamme. Flame, flame. Flamme, oui, flamme. Exactement. Donc on a. Étouffer le feu. On a étouffé le feu. On étouffait le feu. On a étouffé le feu. Non, c'est pas elle-feu, Tachika. On a étouffé le feu. On étouffait le feu. On a étouffé le feu. On a étouffé le feu. Tagda, on est amé. Et étouffé est à Zadushit. Tagda, moi, Zadushili et le feu à Gon. Moi, Zadushili à В Gon. прошедшем времени, да, здесь? Да. Когда есть А, это всегда прощается со временем. Это поэтому есть всегда А, он на, это прощается. L'incendie est éteint. L'incendie est éteint. L'incendie est éteint. Ah, est éteint. Est éteint. Est éteint. Voilà, l'incendie est éteint. Et t'as la liaison, je te dis bien à Disney. Liaison est éteint. Est éteint. Ouais. Ok. Donc, éteint est à. Donc, l'incendie est à Gone, oui. Et éteint est à
отсутствует. Угу. Тогда она это la flamme. Угу. Мы потушили огонь. Да, ты не читаешь по-французски, он это la flamme? А, он a éteint la flamme. On a éteint la flamme, так, мы, а, t'as passé, éteint, l'incendie est éteint, et мы потушили, ou мы погасили пламя. Parce que flamme est un flamme. Мы погасили пламя, c'est la flamme, on a éteint la flamme. Donc, réservoir, toucher. Réservoir touché. Donc, réservoir est un tank. Топливный бак, бензобак. О, так и бензобак. И туши за дети. Резервуар это тоже танк, да. Le réservoir d'essence est atteint. Le réservoir d'essence est atteint. Atteint. Non, le réservoir d'essence est atteint. Можно еще раз. Le réservoir d'essence est atteint. Est atteint. Ouais, parce que la mouchka éteint est avec le chit. Atteint, atteindre est un réchit. Mais ta casier, c'est un. Pastra d'archit. Tu vois, atteint est un. Toi, j'ai qu'à toucher. Le réservoir d'essence, là, est un. Tank, là, le réservoir d'essence, le chit. Top livne bac, et. On a touché le dastignut, atteindre. Да. Попали, задели, повредили. Да. Voilà. Canon principal endommagé, perdu la précision. Canon principal endommagé, perdu la précision. Donc, canon, да, это canon est un pistolet. Орудие. OK. Principal est un самое. Самое важное пистолет. А, основное орудие. Так, и... Endommagé, поврежден. Поврежденный, да. Perdula, теряем. Прецизион, точность. Да, мы потеряли, exactement. А, уже потеряли точность. Точность, да. Notre canon est détruit. Notre canon est détruit. Тогда наше орудие est détruit, et тогда... Было уничтожено. Разрушен. Разрушен, это détruit. Donc, canon opérationnel, mais on a perdu la précision. Canon opérationnel, mais on a perdu la précision. Тогда opérationnel, vous dites как... Функционирует. Работает, да. Mais, no, on a perdu, потеряли, la précision, да, это, la précision, это точность. Tireur hors combat. Tireur hors combat. Donc, tireur est un стрелок, hors, nier, et combat, боя. Que quelqu'un le remplace. Que quelqu'un en remplace. Non, que quelqu'un le remplace. Anne, que quelqu'un le remplace. Que quelqu'un remplace. Non, le, yes le, on n'a plus ça, le, mais yes le. Que quelqu'un le remplace. Tac, premier. Que quelqu'un le remplace. Que quelqu'un le remplace. Parce que, donc, que quelqu'un est à. Кто-то. Кто-то. Кто-нибудь. Et le, oui, кто-нибудь. Et le est à Yevo et remplace Zamienit. Так, кто-то заменит него. Заменит его кто-нибудь, да? Заменит его кто-нибудь. Le chargeur est blessé. Le chargeur est blessé. Заряжающий. Тот, кто снаряды заряжает. Loader. Mais blessé, t'attaque, problème blessé, et t'as только... Раненый, но это только для людей. Например, он или блесе, например, он ранен. Или блесе. Или блесе, значит, он ранен. Он ранен. Я никогда слышал, le chargeur est blessé. Для меня это странно. Но если для тебя это нормально,
заряжающий ранен. Да, такого. Заряжающий ранен нормально звучит. Окей, по-французски это самое. Окей, le chargeur est baissé. On recharge moins vite. On recharge moins vite. On recharge moins vite. Тогда on это мы, а? Recharger это... Перезаряжаемся. Это... Reload. Moins vite это... Медленный, так, потому что vite это скоро, это быстрый. Mais moins vite это... Менее быстрый. Понял. Мы можем говорить plus lentement, медленнее тоже, mais... Да, c'est ce que je veux dire. Radio endommagée, perte de signal radio. Radio endommagée, perte de signal radio. De signal, perte de signal radio. Perte de signal, signal radio. Donc, endommagée, t'as pauvre gestionné. Et perte, perte de patériat, hein? Perte de signal, signal est à signal, signal, да? А радио это радио. А почему signal. Там другие были слова ПРД, ну ПРД, а здесь ПРТ через Т, через Д и через Т, или это ошибка? ПРДО это инфинитив, нет, 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 где есть ПРДО? Вот ПРДО для прецессион, допустим. Мы... Да, нет, это не ошибка, это нормально. ПРДО это инфинитив. Perdre est un infinitif, mais perte est un как потерянный, я не могу, ты знаешь, значит, что это потерять. Типа существительное. Да, это трудно объяснить. Ну вот, как здесь написано, потеря, потеря. То есть потеря. Не потеряли, а потеря сама. Ну. Так. Perdre, это когда это глагол. Perdu, j'ai perdu, это я потерял. Perdre signal radio, потому что сейчас и все этот текст, это не как, он не говорит, он только объяснит ситуацию. Он только объяснит, что это. Это он сказал, j'ai perdu, он сказал, perdre signal radio. Как потеря, да? Как по-русски, потеря радиосигнала. Потеря радиосигнала, окей, понял, все. Allons-y. Allons-y. Поехали, да, давай. Пойдем. Да, это... Que le spectacle commence. Que le spectacle commence. Там есть намного американских мувий, они говорят, it's showtime. А, окей, okay, it's showtime. Вот смотрите, вот это вот слово commons, по-моему, в игре он такого произносит, что M почти не слышно. Получается, как cons. Que le spectacle commence, можно так сказать? Que le spectacle commence, no. Que le spectacle commence. M все равно должно быть слышно. M, да, N, нет, commence. Que le spectacle commence. Тогда commence это начинается, да? Commence это начинается. Et spectacle, c'est un spectacle. Et que le, c'est un как impératif, tu sais, avec давай, как. Да, начнется что, спектакль. Да, пусть, да. Пусть начнется спектакль. Пусть. Да, пусть, пусть, да, да. C'est parti. Donc, да, это мы тоже говорили, когда начнемся, тогда c'est, это. Et parti est как ушел, он ушел, mais c'est parti est как начинается, like let's go. C'est parti, ok. En avant. En avant. Période. Donc en est à vœu et avant, période. Prêt à tirer. Prêt à tirer. Donc prêt est à готов, как ты знаешь, tu es prêt à porter. Ну, слышал, да, что-то такое. А прет-а-порте, значит, что это одежда, которую они уже готовы. Это на мод, прет-а-порте. И есть, не знаю, если есть в Руси, но в Лондоне, например, есть прет-а-манже, готов для еда, например. И прет-а-тире, это готов, и тире стрелять. Сибле акиз. Сибле акиз. Donc, сибле это цель, а? И... Acquérir, infinitif, да? Это значит, prioridade.
Если он говорит цель приобретал, значит, что он захвачен. Захвачено. Ну, тогда значит, как в английском target acquired. Yeah, так. Угу. Так. Да, да, да. Target acquired. Угу. Cible verrouillée. Cible verrouillée. Verrouillée. Elle не читается? Non. Verrouillée. Cible verrouillée. А verrouillée это заперти. Как? Заперти, да, например, запереть на замок. А, понял, понял. Ну, заперти. По сути, аналог захвачено, только здесь зафиксировано. Да, 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 да. Зафиксировано. Значит, что да, у тебя есть, да. Prêt à faire feu. Prêt à faire feu. Prêt, готов. Hein? À faire это сделать. Mm-hmm. То, что значит à faire, et feu, огонь. Тогда готов вести огонь. Mm-hmm. Mm-hmm. Hein? Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Où est à Gdje? Sont-ils à Annie? Et passé à Ushli? Gdje ni Ushli, Gdje ni Djelis. Куда они пропали? Exactement, куда они пропали, exactement. Да. Je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Тогда je est à Ya, voir est à Vidjet, Ya ir. Не вижу. Mm-hmm. Я больше, да, и плюс это как больше, я больше их не вижу. Ле это их. Mm-hmm. И плюс это больше. Mm-hmm. Я больше их не вижу. Mm-hmm. On a perdu la cible. On a perdu la cible. Тогда on это мы. On a perdu это потеряли. Mm-hmm. Et la cible, цель. Ah, oui, потеряли цель. Mm-hmm. Voilà, une de nos chenilles est touchée. Une de nos chenilles est touchée. Une de nos chenilles. Une de nos chenilles est touchée. Mm. Là, une de est à Odin is Nasher. Hein? Mm-hmm. La chenille, t'es la chenille, Kanishna. Track, track, track. Track, да. Mais t'es, je te знаешь, по французски chenille, t'es гусеничный. Ага. По французски chenille, t'es гусеничный. Est touchée, да. Мы уже видели, да, touchée, mm-hmm. задета, это всегда. Повреждена. А, HS, chenille HS, on ne peut plus bouger. Chenille HS, on ne peut plus bouger. HS était de la or, or, hein, or est à venir, out. Et service, voilà, out of service, la knira bote. Ah, out of service. HS est à hors service. Bon, chenille HS, chenille hors service. Mm-hmm. Mm-hmm. On ne peut plus bouger, on met, ne peut plus ni manger, et bouger d'être vigat ça. Mm-hmm. Ils ont cassé une de nos chenilles. On est coincé. Ils ont cassé une de nos chenilles. On est coincé. Coincé. Donc, ils ont cassé une de nos chenilles. Mm-hmm. Ils ont cassé une de nos chenilles. Une de nos. Une de nos. Une de chenille. Nos. Chenille. Chenille. On est coincé. On est coincé. Tada. Ils ont cassé, ils ont un islamali. Mm-hmm. Et une de nos chenilles, Odin, is Nashir Gusenitz. Mm-hmm. On est coincé, être coincé, c'est bon, où j'étais gavari, là, dans l'ascenseur, être coincé, je n'ai pas tenu, moi, je être coincé, est à. Zastrivet. Ah, Zastrivet, Zastrivet. Да, застрять. Значит, что ты не можешь уйти. Ну, только нельзя сказать, что гусеница застряла, что ее заклинило, получается. Но да. Она не может дальше двигаться. Да, так, да, да. Это что мы говорим по-французски. Chenille réparée. Chenille réparée. Тогда гусеница est réparée, это как... Repaired. Отремонтировано. Да, отремонтировано, починили. И la chenille est arrangée. Это тоже. La chenille est arrangée. Le chenille arrangé. Et, non, la chenille est arrangée. Le chenille est arrangé. Ah, et arrangé, t'as autogé fixirovanné. Ah, гусеница, ну, дословно зафиксировано, то есть отремонтирована гусеница в порядке.
И на этом на сегодня все. Надеюсь, видео было для вас полезным и информативным. Теперь вы понимаете хотя бы часть фраз на французском языке в игре. И теперь, ну, если вы захотите, вы можете вообще, в принципе, по всему списку этих фраз пройти, как прошелся я, и постепенно запомнить каждую фразу, там, типа, когда вы стреляете, когда по вам стреляете, когда вас поджигают, или противника вы поджигаете и так далее. И, соответственно, если вы используете национальную озвучку в игре, то вы будете понимать каждую эту фразу. Вот, я думаю, за это стоит однозначно поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну и напоминаю, что если вы хотите серьезно изучать французский язык, вам в этом может помочь Джонатан, преподаватель французского. Ссылка на его профиль будет в описании под этим видео. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.